В Чувашии за последние несколько суток произошло сразу 3 пожара. Огонь в домах вспыхивал из-за неосторожности хозяев при курении. Несчастный случай произошел утром 7 ноября в квартире по улице Щерса в Чебоксарах. Здесь огонь удалось потушить соседям, повреждена мебель и вещи. В этот же день сгорел бревенчатый дом в деревне Ухманы Канашского района. Причиной пожара снова стала непотушенная сигарета, сообщили в Главном управлении МЧС России по Чувашии. По счастливой случайности обошлось без человеческих жертв. А в Козловке во время пожара погибли 3 человека. О пожаре в доме по улице Солнечной в Козловке по номеру 01 сообщили соседи, которые увидели огонь. Возгорание в одноэтажном кирпичном доме произошло в ночь с пятницы на субботу. В результате пожара полностью уничтожены внутренняя деревянная отделка, а также крыша и веранда. После тушения огня на месте происшествия были обнаружены тела 3 человек. После тушения пожара на месте происшествия были обнаружены тела 3 человек. 2 братьев 1970 и 75 годов рождения, а также их 48-летнего друга, проживавшего у них с лета текущего года. По данному факту Цивильским районным следственным отделом Следственного комитета проводится доследственная проверка. Как следует из ее материалов, о пожаре сообщили соседи погибших, которые увидели огонь. По предварительным данным, причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем при курении, а возможной причиной смерти погибших явилось отравление угарным газом. Тела братьев были обнаружены на полу возле кровати и в жилой части дома, а их друга в прихожей. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Произведен тщательный осмотр места происшествия. Назначены пожаротехническая и судебно-медицинские экспертизы тел погибших. Проводятся иные проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. С начала года в Чувашии произошло 860 пожаров. В огне погибли 73 жителя республики. 88 получили на пожарах травмы, ожоги и отравление угарным газом. Спасены 369 человек, сообщает Главное управление МЧС России по Чувашии.